Приветствуем вас на канале Nice Bricks. Сегодня мы будем открывать мыльные прыгунцы, эластичные мыльные пузыри. В составе у нас есть перчатки, лоток, рожок, мыльные пузыри. Сзади есть инструкция, как это все делать. Теперь откроем коробку. Здесь у нас две перчатки, голубая и розовая. Надеюсь, они на меня налезут. Так, проверим. Тык-тык-тык. Ну, почти как раз. Что здесь еще? Мыльные пузыри, формочка и так, и все. В инструкции написано, что лучше подождать 1-2 минуты, прежде чем надевать пузыри. Поэтому давайте нальем раствор и подождем 2 минуты. Возьмем и заклеим. Наливаем раствор. Все. И теперь ждем 2 минутки без меня. Ну, вроде бы 2 минуты прошли. Теперь можем попробовать надуть пузырики. А то мне уже жарко в этих перчатках. О, нет, он лопнул. Еще раз. О. И правда, не получилось выиграть. Может, теперь получится. Пам-пам. Класс. Реально, можно играть. А, не на стол. Еще один. Как здорово. Ловите. Пам, маленький только. А если попробовать этой надувать? Ой, они быстро от меня улетели. Нет. О, поймала. Теперь выловите. Нет, он не полетел далеко. О, поймала. И запускаем. Пуф, нет, он лопнул. Ну, в принципе, играть можно. Это магия. О, они прыгают. Прыг, прыг, лопнул. Может, мне в таких перчатках зимой ходить? Они такие классные. Пам, 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 пам. Чудо-пузырики. Пам, пам. Можно вдвоем играть, но мне не с кем. Я дома одна. Поэтому я поиграю одна. Как-то в метро мне мама уже покупала не лопающие пузыри, но, к сожалению, это оказался обман. Потому что эти пузырики тоже лопаются, причем даже вместе с перчатками, оставляя очень неприятные белые следы, потому что они желатиновые. А эти пузыри прикольные. Не подулся. Тоже не подулся. Похоже, желейные пузыри все испортили. Нет, они надуваются. В общем, вот такие мыльные пузыри. В принципе, прикольные. Правда, все равно лопаются. Но мне нравится. Если вам тоже понравились, то смело покупайте. А если понравилось наше видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. С вами были Жека и Смешинка. Пока-пока!